А так, готовить мы будем сегодня пиццу. Пиццу, да. И лапшу вок. Сегодня наш добрый завтрак будет по-настоящему плотный. Огромная порция лапши вок, которую мы приготовили прямо в студии. Две пиццы, классическая маргарита и мясная с моцареллой. Внимание на экран, работает профессионал. Очень просто. Ну ладно, уж очень просто, я как-то пробовал тоже это делать. Вообще не просто, скажем прямо. Как обычно, завтрак мы готовили для наших телезрителей, но все попытки благотворителей резким движением отсекла Татьяна Карева, которая еще в начале аукциона поставила 1500 рублей, а потом сама же перебила свою ставку. Остается мне облизываться, потому что все это дело уйдет, собственно, вам, дорогие друзья. Я уже взял в руки молоток, это для того, чтобы стучать, отбивать. Давайте загружать. Тем временем Татьяна Карева повышает собственную ставку. И написала, если две пиццы, то 3000. Ого, 3000, отличное, хотел сказать, начало, отличное продолжение. У нас еще и лапша, между прочим, не одна. Сейчас, тогда 4. Давайте и больше, собственно, закидываем. Прекрасная погода для того, чтобы прокатиться по городу. Ну, даже не только прокатиться, а доставить нашу еду. Ну вот, погода испортилась, ну а настроение зато поднялось, потому что мы уже на месте, мы в Березовке. Татьяна Карева здесь у нас, наш постоянный благотворитель. Хотелось бы, конечно, чтобы добро детям было постоянным, и не только от меня. Спасибо Афонтова. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы Афонтова передала блюдо детям, которые нуждаются в нем. Вот мы и добрались до вас. Очень приятно, неожиданно. Дочь там, он сидит, уже ждет, говорит, какая-то мне вкусняшка придет. Не завтракает, выжидает вкусняшку. Ну, удивили, очень удивили, неожиданно и очень-очень приятно. Спасибо большое. Круто! Смотри. Ты Мурке свои зубы уже почистила? Мурочку приготовила, зубки ей чистит. Она у нас блогерша. Это наш пирог с Катенькой. Мы вчера стряпали для YouTube-канала, так как у нас уже больше 100 подписчиков. Вот, да. И хотим, чтобы вы тоже чай попили. Спасибо, спасибо. Неожиданно. Впервые нас покормили. До свидания. Безумно радует тот масштаб, та щедрость наших благотворителей, которые участвуют в благотворительном проекте «Ставка на добро». А уже завтра, в четверг, не пропустите, в 8 часов вечера в нашей группе ВКонтакте онлайн-трансляция из ресторана. Будем жарить мясо-гриль. Ну, как вы любите. Увидимся. Пока.